Фрагмент из ежедневного урока. Лектор Михаил Айтман. В общем, сменяем силу, которая приводит нас к действию, от того, что я все время думаю о том, как получать на отдачу. И действительно, я только привычен к этой форме, согласно которой я работаю, в этом нет ничего хорошего. А я просто привык к этому, я не могу оторваться от этого. Поэтому против нашей привычки мы должны заставить эту чуждую силу, которую мы называем окружающий свет, чтобы он изменил нас.